вечер, добрый вечер. Я искренне рад вас приветствовать в этот день, в день, который социально для нас непрост. Сегодня день выборов. Кстати, поднимите руки, кто был сегодня на выборах? Ну, прям лес рук. Лес рук. Знаете, сколько поднял человек? Сколько? Человек 20. А мы находимся в Кремле. Мировен час. Ну, конечно, это шутка, дорогие друзья, безусловно. Я очень рад, что вы здесь, потому что действительно артистов сейчас, как... Ну, очень много. И поэтому в этой связи, безусловно, чтобы вот найти время... Я, кстати, проехал по Москве, посмотрел рекламы, но буквально... Ну, человек, наверное, 100-150 афиш, огромных плакатов, которые висят и, собственно говоря, в разных залах, и Крокус-Сити, и центральных залах, да, я имею в виду. И, конечно, Кремль, ну, просто море артистов. Поэтому, что остается нам делать? Нам остается делать следующее. Потому что такой шлейф артисты, мы выходим на эту сцену, и вы сидите в зале, полные залы. Я вам даже спасибо сегодня не скажу. Вот девушка спрашивает, почему? Да потому что этого мало. Вот за то, что вы сегодня здесь, низкий вам поклон!